Сезон тазиков в Краснодаре продлится до сентября. В городе продолжается поэтапное отключение домов от горячей воды. Тепловики ремонтируют котельные коммуникации, готовятся к следующему зимнему сезону. На всю работу планируется потратить почти 200 миллионов рублей. Как заявили в АТЭК, модернизация оборудования позволит увеличить надежность теплоснабжения краевого центра. Именно поэтому на некоторых улицах сейчас разрыты траншеи, ведется ремонт коммуникаций. В Краснодаре также остановили городские котельные. Правда, не все выводить их из строя будут по частям, чтобы сразу вся кубанская столица не осталась без горячей воды. До 15 июня холодный душ придется принимать жителям поселка Знаменский, а также некоторых домов на Гагарина, Таманской и Колхозной. Чуть раньше, 8 числа, вернут горячую воду краснодарцам, живущим на улицах Гастелло и Дзержинского. А через 2 недели отключение коснутся жителей в Юбилейном микрорайоне и в Центральном округе.